Ну, типа, кто последняя команда, которая выживает, те, типа, и супер крутые пацаны, понял? Доша, да? Так скажи. Блин, да я что грибу ваши эти самые. Вот как я тебя в доту учил играть, так и ты меня в эту дресню учи играть. Хорошо. Блин, мышкой пытаюсь нажать, хотя у меня... Ля какая, нифига себе, с Monster High. Так, ну я на Динамайке вчера катал, как бы... Ну, можно с него начать чисто разминочную, так сказать. Потому что я все равно ни на ком играть не умею. Погнали, давай, шаде, шаде, шадешечку. Ну, попозже можно, кстати, для подписчиков мне говорили, как-то сделать шаде. Можно же как-то лобби сделать, чтобы они присоединялись, типа там, 10 человек, да? Ну, можно, вроде как. Но они только когда уже на кому-то тозе добавиться. Блин! Она мой из нас. Не лень. А мне типа не лень. А я тебя и не заставляю. На, верхнего гасим! Гасим их, зажимаем! Давай, устраиваем им бимбас! За бимбас! За бимбас! Бля, я умер! Тачи, а ты че умерла? Потому что сильнее. Зачем к ним лезть? Так и надо воевать. Я тебя взял для чего? Чтобы ты мне катки тащила. А ну, бери танка опять. Так, возьми танка. Ты слишком умираешь. Ты слишком умираешь. Ты меня подводишь, женщина. Ну, без обид. Убегайте с ним потом. Сам первым полез к рогам, а еще меня... По тебе минус закинул. А я могу себя взорвать? Ты можешь кинуть под себя эту... И ты будешь подпрыгивать. Да? Это помогает, например, преодолевать препятствия. Но блядь. Это надо... Ой, блядь! За себя. Не лезь к ним. Ах ты гнида. Ладно, собираем. Собираем вот эту паряшу. А, фига себе. Ой, смотри, смотри. За себя кидаю. Бежок двери. Бам, 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 бам. Мы бам. Саня, уходи отсюда. Там ну, я... ё-моё. Под себя, под себя. Да ёб. Блядь, как это... Не, это параша полная. Меня вообще туза гатят. Можно пристилбека взять, чтобы я жопу подставлял? Полиночка. Ой. Валера. Назвай меня нормальным. Валера Жмышенко. Это самое... Возьми танка, пожалуйста. Я просто сосу слишком сильно. Дурик. Мне надо кто-то, кто выживает, пожалуйста. Да че я дурак, в смысле, за шо? О, у меня 10-й, а у тебя 9-й. Играть не умеешь, понятно. Это кто такой? Нифига себе, бля. Нифига себе, дюдадгун какой. Здорово, Анон. Тебе дал рейд тот дотер из ТикТока, который в футбол играет. А, да? Нифига себе, это он был? Чел, го, в доту сыграем. В турбо. Ну, не сейчас, я сейчас немного занят, но, в принципе, в доту, в турбо. Ля, я не знал, что это он, я просто никнейм его не читал. Но он крутой, чел, он крутой. Мне понравилось, очень смешно. Кричит там все дела. Вот, я такое люблю. Мне это как будто реинкарнация Жмышенко Альбертовича. Я спасаю тебя! Убегай! 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 Водолеечка, убегай! Убегай! Там пас! На нахер! На нахер! На! 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 Ешь! Гам! На! Со всех сторон окружили! Я не мог выжить! Меня взяли в оцепление, паскуда! Меня в оцепление взяли, дебилы какие-то! Давай уже, принимай и пошли дальше играть. В смысле? А чё ты первая умерла? Видишь, у тебя пользы никакой, вообще бесполезная. Играй тогда один, в чем проблема? А, бля, ладно, все, молчу. Ну, с кем ты интересно? Я и так дома сижу один, я дурка в голове у уже. Шо? У тебя куча людей, с которыми ты можешь играть. Так это... Куча школьников, которые хотят с тобой поиграть. У меня не куча людей. Мне кажется, больше, чем меня. Топ-1 Дина СН... Да, это я. У меня не куча людей. У меня кто? Тимун, который на работу ходит, ну, типа, неиграбельный. Владик, который мне нахер посылает. И все. Школьники. Он играет со школьниками. Бля, я вчера и так играл со школьником. Я говорю, у них стрела больше, чем у меня. Не, они слишком крутые для меня. Давай. А вот ты самый врёшь. Ну, буду знать. Спасибо большое. Да я любя. О, смотри. Смотри. Сюда!
Это... Что это за Паряша, блядь? Это не персонаж даже. Это Бравл Пасс. Звездная сила демонтаж. Блядь, паскуда. Работать опять будут с монтажником. Да. Ай, шлюха ты. Говно какое-то выпало, ладно. Так, что у меня еще есть? Так, ну это такое, говно. Бля, я думаю, мне что-то нормальное выпадет, типа там, ну, типа, о, скин голова Эль Прима, что-то такое. Ой, вот ага, еще, я звездочки хочу пособирать. Зрада, здорово! Привет, мой любимый Сашечка, Сашунка, бубунка, любимый пушистик мой. Это пупитю. Я, это у тебя такие красивые глазки сегодня. А сиськи вообще просто. Ты такой сусы, водолечка, а ты сегодня такая ух прям. Попроси Санюшечку дать мне модерочку, потому что я чувствую себя плохо, не по-хороше, то ты того я тебя уверяю. Выздоравливай! Счастья, здоровья, никаких модерок. Вот. Я сегодня модерку дал человеку, у которого никнейм был Fart Ass Wizard. Это гениальный никнейм. А? А в чем прикол? Ну, это смешно, типа, пердящая жопа магия. Зрада тотально. Мах. Хочешь безкоштовный аккаунт с спайком максимально прокачанным? Спайком? Дам за дякую. А ще можно с тобой зіграти? В мене 28 кубків на максимум 22 820. А как активировать? Ого, за деньги? Не, не хочу. Бля, спасибо, конечно, но мне не интересно играть на крутых аккаунтах. Мне надо свой Я получил ТикТок! Мне выпал ТикТок! Просто Боже, так! Не просто так, на его кредиты собираются. Так, кого я должен разблокировать? Смотрите, у меня есть какой-то мужик, типа, это Ханзо из Overwatch'а, или есть какая-то пухленькая, блин, чел из школы для отсталых, я не знаю. Девка. Это женщина, ну ладно. Короче, кого брать? Ты видел, какие с ней арты рисуют? Ее бери. О, ее голову рисуют? Секс? Нормально, я люблю такое. А, ребята, кого брать в чате? Подскажите, пожалуйста, я просто глупенький в этом плане вообще не шарю. Что он несет? Ну, но... типа, я описываю то, что я вижу. Бать? Ну, хозе, мне больше как-то Б нравится. Да, понял, все, как скажешь. Погнали. Ш-ш-ш. Я думал, мне просто так дали. Ладно, да, я возьму тогда ага. Этого Тротилова. Сразу на максимум улучшаем. Нормально. Мне столько денег, как у него, ребят. Сколько у меня? Бля, у меня 600 гривен осталось. Пипец, я бомжаю. Бедный, бесхолупный. Ладно, пофиг. Все, погнали? Погнали! Динамайн, ты пуки уха, первый на пределе. В своих ушах я позабыл все недели, как на лезвие нажать по неделе. Похороны мажгулей, на крышах посередки, твоя тати пролиша, я сижу и трубовик. Это я, это кстати, я этот, ну, рэпер. Это мое, я. Так, я кидаю... А, я кассетные гранаты раскидываю, понятно. Это типа как, ну... Да, какая-то параша, если честно, вообще. Типа, кого я вкачал, кого я слушал просто. Это ну, кто... в Дошу, да, его брать как-то, ну, наверное, не стоит. Но на каких-нибудь картах по типу ограбления, где нужно сундук разрушать, он вполне себе неплох. У меня интернет пропал! Шо, блин? Хоба! Хоба! Закидываем их кассетными ракетами! На, устроим этим уродам минное поле! Не пройдут! О. Не пройдут! Смерть! 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 Уходи! Смерть! 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 Не пройдет! Шлюха! Блин! А чё я умер? Я убил! Ты видел, я воевал? Ты мной гордишься? Да, очень. Спасибо. О, нет, воспала, нет! Я не смог ее спасти! Нет! Водолечка, прости. Я прощаю, поднимай давай. Не, ладно, может еще раз попробовать за этого дебила поиграть. Ну, второе место, нормально.
Мне нравится играть на чуваках, которые могут просто бомбас устроить. Вот, моим врагам. Вот, я так считаю. Когда-нибудь Саня научится нажимать кнопку, играть снова, но это не скоро. Шлюха, не то выпало. Ладно. Ладно, погнали, готово. Саня, что чел из Доты хочет узнать? А, тот чел из Доты хочет узнать, когда с ним в Доту пойдешь. Бля, надо подумать. Бля, он может написать куда-то там, например, в Инстаграме или в предложку? А то через стрим это не, немножко неудобно делать, если честно. Ну, согласитесь. О, я могу... Ладно, буду через телефон. Ух ты! А что это за дресня? Она мне по хп снесла одной тычкой. Это вообще адекватно? И чё, что там за штука? Ой, ёб вашу мать! А, понятно. Просто есть. Живи 12 секунд, пожалуйста. Да это легко на самом деле, если просто тупо в кустах сидеть. Хорошо, сиди в кустах. Не прыгай, сейчас я появлюсь, мы 200, мы их вместе убьем. Ты готова? Да, готова. Давай. Воевать! Чё воевать? Аккуратно надо быть. Да шо нахер? Шо это было? Он меня одной тычкой убил, это адекватно? Меня дебил. Не, я не буду играть за этого парашника. Он какой-то конченый, бля. Он не для ШД. Он не для ШД, это шлюха. Ребята, посоветуйте, кого взять. Очевидно же. Не, он дебил, он вблизи играет. Хотя, я могу, кстати, саппотом быть. Возьми кого-то жесткого кредит. Я буду тебе саппотить на вот этой проститутке. Вот. Я буду за пока играть. Это жесткий кэдди? Ты клоуна взяла? Очень. Ты в курсе, что это ты клоун? Это очень жесткий. Да. Хорошо, нормально. Не, ну главное, как говорится, главное, чтобы тебе нравилось, то есть. Погнали. Да. Ребят, го, на 1-1 на тиках. Итак. Блин, я могу на пуджах на миду пойти 1-1. Го на линах 1-1. На линах? А я могу против тебя 1-1, но ты плакать будешь потом. Потому что я тебя победю. Буду я плакать. Будешь. Потому что я тебя выиграю. О, давай захватим эту парашу. Давай. Опа. Опа. Захватывай, забирай. Больше. Ой. Уходим. Там этот придурок, блин. Мины раскидывай. О, смотри, сверху. Ты где там? Опа. Ой. Живи. Хилю. Я могу тебя хилить? Только ульта? А тебе какая? А тебе нет этой силы. Опа. Ультуй. Я. Опа, похилю. Оба! Я умер! Живи, Гади! Живи за нас двоих! Вот! Живи всех живых! Живи так. За нас двоих! Собери все баночки доктора Пеппера ради меня! Не подходи к нему, они же стреляют! О! Оба! Смотри, обхожу справа! Ты тут остой, а я справа обойду! Оба! О! Что это было вообще? Это была какая-то... Это, бля, обилка этого... Как его зовут? Faceless Void. Он туда-сюда летает. Че за бред? Это ульта ее, да. По сути, это не знает оно. Бля, они все из Доты воюют, уроды. Я спасу тебя, не бейся с ними. Да мне нормально. Вот эту дресню сломаю. Да она ничего не делает, если 8 бита умер. Ну все, я затащил катку. Бля, как же легко было. Перенимай давай! И, наверное, смириться с тем, что он не Gucci понимает. Gucci flip-flop, suck it! Он не принял. А как принимать, я не понимаю. А куда тыкать? Там кнопка «Далее» надо сначала нажать, далее. Затем играть снова. Но этой кнопки сейчас нету, потому что ты ходишь где-то. Ну, нету кнопки, вот, видишь? Бля, не работает, херли. Потому что а че ты кнопку настроить не можешь? Ну это, короче, это говно. Саппортом играть это себя не уважать. Саппортят, ну, типа, только лохи. Вот, я возьму вот этого пацанчика. У него есть очки, он очень крутой, я уверен. Я буду им чисто члены закидывать. Ну все, пошли. Давай. Бля, мне тупо весь чат предлагает играть. Задолбали, дайте смотри.
Ну, типа, я не могу весь чат забрать с собой в Brawl Stars, понимаете? Это задолбали. Хопа! Смотри, смотри, сейчас стрельну. Оба, сейчас подойдет, подойдет, подойдет. Не подошел, блядь. Оба, запустил. Оба, взорвал, взорвал, быдло. Смотри, там такой же клоун, как и ты. Подожди, подожди. Бегу. Оба, оба. Да, они меня сдалека видят. У них какая-то читы стоят. Откуда? Откуда они? Откуда знают, как меня стрелять? Ау. Извиняюсь, это я в тебя попал, что ли? Это атака вон той девки с пистолетом. Вот шлюха! Убил! О. Отходи! Не подходи! Не подхожу. Давай, блин, обходим, обходим слева. Давай, давай, за мной, за мной, за мной, за мной! Быстрее за мной! Да иду за тобой, что ты делаешь? Всё, гасим, гасим! Ходи его в туза! Отходи, 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 за мной, за мной, за мной, за мной! Хаба, хаба! Шлюха! Зажимают! Паскуда, как за третьим! Пить хотят, полно, я не ум... Не, умер. Саш. Шо? Ничего. Что такое? Нажимай, нажимай кнопку далее, нажми играть снова. Так может я поиграю, поменять персонажа хотел. Я тебя просто учу. Смотри, фанту купил себе. Красивая? Это чтобы вкусная спейма была. Правильно всегда. Боже мой. Ну я так, на будущее. Давай я добью. Вот. Не, видите, ничего без меня сделать не может. Фух, капец, я тупо на мкатке тащу, да? Кто бы говорил. А можно тут ядерный? Ну, у тебя донатные, конечно, персонажи, понятное дело. Какой донатный? Надонатила ребят, теперь. Ребят, для внимания, ну, я хвастать. Ни разу не донатила. Да, верю. Да! Что? Почему я умер с одной тычки? Это не... Это расизм! Это расизм! Потому что у них банок больше, Саша. Каких банок у них больше? В жопе у них банок больше. Это расизм. Почему у меня так мало хп? Меня, ну, Supercell чмырят? Они меня считают, ну, каким-то, блин, не знаю. Ну, смотри, Саш, я же не сбавляю так много. У меня очень... Сколько... Смотри, у меня над ней висит одна банка. Она дает больше здоровья, больше урона. Задача вначале собрать вот эти банки. У них 6 банок, и они бьют... Я люблю осенью, кстати, эти собирать. Отходи. Да откажу я. Я, короче, осенью люблю каштаны собирать. Они такие гладенькие. И такие блестящие. Боже мой. Все, я тебя спасу, спасу. У меня есть ульта, ульта, ульта. Возможно. Смотри, на низ, смотри. Бам, бам, бам. Он ушел с ульты, он ушел тупо с радиуса ульты. Это, блин, как это работает? Мне это мало чем поможет, Саш. Суперсел расисты, я другого персонажа беру. Они расисты. Они расисты. Саш, это надо играть учиться. Они расисты. Саш. Они расисты. Саша. Вот за Динамайка я реально всех уничтожаю. Просто изнасилую карту. Изнасилую карту. Динамайн, трипл кью, ха, первый на пределе. Вот в моих ушах, я позабыл все дни недели. Забери подарок. Я заберу. Давайте, сейчас, за Динамайка. Опять с ботами играть, ё-моё. Да почему, за шо? Потому что я такой плохой? Не знаю. Это неуважение? Бля, они расисты. Суперсел расисты. Суперсел расисты. Пожалуйста, сделайте пост на Reddit, что Суперсел расисты. О, блин. О, чина. Чина. Отпрыгнул. Спасся. Спас свою дубцю. Не подходи, проститутка. Колючая. Тупо. Кныда! Смэк! Умри! Вопрос! Ой, блин! Ухожу! Погоди! Спасаю тебя! Легко драться! Спасаю тебя! И не трать нульту на такую вещь, как эти... Я просто уже зажал, я не знаю, как отжать! Безымянный! На FPV
дрон, спасибо. Это который в меня лететь будет или что? Ты тогда не туда донатил. Но спасибо, спасибо. Дэн. Надо прожать. Ой, я... А, я впереди уж прыгнул. Я себя впереди уж закинул. Это адекватно? Не знаю. Бля, какая-то неадекватная игра, что-то немного. Бля, конечно. Кринж. Не, ну лютый кринж, конечно, наваливает. Зрада, зрада тотально. Здорово, Иван. Можно я с тобой поиграть и добавь меня в друзья в Бравле, чтобы добавить в друзья, зайди в вкладку друзья и веди этот тег 98L00UGR. Бля, мне так лень. И Ванюша 12. А, если я сделаю дружественный бой, мне надо всех в друзья добавлять? Или как, да? У тебя аж полно мне надо... школьников в друзьях. Да похуй, мне надо добавлять в друзья? Да или нет? Если да, то я... Не, я манал тогда. Мне... И там можно по коду, да? Если по коду, то окей. Если добавлять, я манал. Ну что, мне так впадло будет добавлять, каждый школьник будет давать. Я не хочу добавлять. У меня в описании доната написано, не добавляю в друзья, по-моему. Типа, а вы меня бесите, добавь в друзья. Но это неадекватно. Какой смысл? Я с вами играть все равно не буду. Ну, типа, по факту. Я не могу со 100 людьми играть одновременно. Я, в принципе, Brawl Stars, как вы видите, профессиональный игрок. Ого, 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 накидали мне за щеку. Ты видела просто? Что это было? Видела. Почему так? Этот робот, это только один из последних, который вышел. Он самый дисбалансный на моей памяти. Блин, вот паскуда донатные чмырдосы. Ничего, ничего, ну, сейчас. Сейчас, погнали, погнали. Сверху обходим, обходим сверху. Чем сверху? Здесь тут никого нет, можешь спокойно обойти. Сверху, сверху обходим. Надо по флангам. Ты, ну, просто не умеешь. Я в хойку играл, я знаю. Ой, просто сейчас ты... накидаю. Ёб вашу мать! А это да, что вот было? Одним зажимом. Как это? Почему они столько урона наносят? Не, просто игра говная, я не знаю. Мне надо взять кого-то сильного. Может, Шелли? Как думаешь? Шелли. Шелли, почему? Шелли очень сильная. Ну, так ты в хойке сосал. На, я не сосал в хойке. Это неправда. Я не сосал в хойке. Водолечка, скажи, скажи ему, что я не сосал в хойке. Я не смотрела, как он играет в хойку. Такой ответ подойдет. Вот, вот видите, да? Так надо взять, короче, у него дол, они успевают уклониться. Кто здесь еще? По-моему, пенис сильный, да? Пенис неплохой, да? Нет, она после это. Слабая пенис. Корректировки она слабая, тем более. Дженет, 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 слабая. А ты умеешь на ней играть? Нет. Ну, думаю, научусь, вот. Что-то научиться. Ну, понимаешь, что в чем прикол? Она ну. может как близко атаковать, если ты один раз быстро нажмешь на кнопку. А может и вдаль, если ты растянешь ее. Там подарки. Атаку. А где подарки? Мне говорят, у меня подарков много. Справа сверху. У тебя там восклицательный знак, какой-то плашка с меню. Нажми на нее. Входящие? Да, входящие. Награды, засобранные, личные. Да, я еще ищу. Хроматический магазин. Ого! О, денег дали! О, чина! Что, еще есть? О, еще говорит. Это новый способ. Это что такое? Вообще не понял. Какие-то биллинги. Блин, сколько тут всяких светящихся, пердящих вещей. У меня есть 30 кристаллов. Я могу себе скин купить на Эль Прима? Чисто хочу скин на Эль Прима. Сколько у тебя еще разлемов? 37. Или все, что я могу купить, это, ну, нихера. О, подарок. Бля, какой Бравл Пасс, иди нахер, быдло. О, монетки, эй. О, сюда. О, эпический, да. Блин, монеты сразу, еще один. Давай. О, эпический. Блин, параша какая-то, блин. Что за говно просто. О, еще одна монетка, сейчас, приди. Ну, давай. Давай. Бля, опять монеты. Ну, говна кусок просто. На, не игра. Ничего нормального не дали, понятно.
Где сундуки? Вот раньше, я помню, монетки донатил сундуки. Монетки самое важное, по факту. 69 монет стоит. А сколько донат здесь стоит? Не знаю. Не доначил. Скики! Скики! Чтоб скин купить, 170 гривен мне надо вдонить. Вы что, долбанулись? А сколько стоит это покрутить в доте? Эта херня. 91. Её и еще... вы это делаете сами. А ее еще продать возможно, кстати. Этот скин. Вообще, продают аккаунты со скинами, то, ну, в Brawl Stars, именно сами аккаунты. Так это аккаунт, а я могу оставить себе аккаунт и продать скин, если не распаковывать его. А это, а здесь я могу только писюн пососать, и все. Да, ладно, давай еще пару карточек, и потом попробую сделать вот это лобби по коду, чтобы подписчики заходили, вот это вот поляж. У тебя еще сверху, блин, опять какая-то дресня. Мя, они задолбали это парашу добавлять, я что, должен следить за ним всем? У него максимум, что может быть справа сверху, это добавление, это в Supercell ID. А, нафиг надо. Так, а ну, какая у меня атака? О, а, вот это скилловый, да, персонаж, типа? Такой скилловенький, да? Но на нем надо уметь играть. Ну, я не умею. Тебе повезло. Понятно. Очень. Смотри, так, смотри, 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 смотри. Обезьяну убил! Не идем! Обезьяну убил! Убиваю обезьяну! А, это кот был, я думал обезьяна. Это кот. Обезьяна другая. Оба! Убиваю! Убиваю! Бля, умер. А они вообще какие-то... Я не понимаю, у меня... Ну, бля, это... Донатная параша просто. А здесь пудж есть? Хочу хукать кого-то. Не знаю, честно. Опа! Убиваю шлюху! Смотри! Блин! Опа! Блин, не попал! Смотри! Опа! Давай поспать! Попал! Опа! Опа! Еще попал по шлюху! Откажу! Какая-то дресня! Это моя дресня! Это твоя дресня! Зашибись! Да. Это ты надрестала! Ой! Ой! Опа, аккуратно! Давай от этого слева клоуна! Меня бесит, блин! Пошли направо! Вот сюда! Снизу направо! О, прикольная хрень, у меня тоже есть такой. Кстати, вот это справа мужик в шапке, у меня такой же есть. Давай, водолеечка. Дебил. Жду обвинений, потому что я это сбила. Джин хукает как пудж. Кто это? Ты знаешь, кто это? А, Джин это легендарка, но у тебя она вряд ли есть. Ну да, его ульта состоит в том, что он подтягивает врагов, но... Ну ладно. Так, что я хотел? Это персонаж Параша. Мне надо найти свою сигнатурку. Можно своих это подтягивать? Мифик, но сорян, я просто не помню точно. Не, ну короче, ноль шансов, надо брать Эль Примо. Где он? Бери Эль Примо. Ну он и говно, да? Да нет, ну почему? Надо играть без футболки в него. Я правильно понимаю? О, ну если хочешь, то да. Ладно, не буду. Охренели. Ля, спасибо за алмазики в этом в ТикТоке. Нихера себе, меня там смотрят, Brawl Stars чисто. Так, мне говорят слева, справа. Как это слева, справа? Ты дебил, что ли? Вот это, что ли? Блин, ну это говно, я сразу знал. Супер рэр. Погаши. Ладно, погнали. Погнали. Кто твой любимый бравлер? А? Кто твой мой? Любимый стример по Brawl Stars? Даже так давай. Ты. О, это правильно, это единственный правильный. Но мой любимый бравлер это Б как раз таки и Бас. Кто такой Бэк? Б, это ту, которую ты взял сейчас. А, вот это проститутка? Очень смешно. Кадык насрал, чисто. Иди сюда, я тебя хлебал сломаю. Ты была. На, нахер, голову чисто. Стреляй. Собираю бабки. Не подходи. Сейчас же у меня ульты нет. Сейчас этот дебил подойдет. Просто. Иди сюда, сын шлюхи, иди сюда. Боже, принимай какой бабки. Же я сильный, какой же я сильный. Я сейчас прыгну и сломаю ему хребет. На. Мои банки. Ой, блядь! Не мог секунды продержаться.
Да ё-моё, это, блядь, перекрёстный огонь был. Но я крутой, блядь, опять он ноет, опять он нытик. Не, я нытик? Ребята, я самый сильный Эль Примо. Кто, как думаете, какой я топ Эль Примо в мире? Какой топ-1 Эль Примо в мире, да? Не видно. Б, 12 лет, проститутка. Да это персонаж в игре, вы не понимаете. Залетаю, смотри. Залетаю на мид. Блин, ухожу. О, моё. Ой, ой, ой. Ты жива, ты жива, ты жива, ты живёшь? Нет, уходи. А, меня, Уходи. Чё ты умерла вообще? Потому что я дебил, я не спорю. Не надо умирать, надо жить. Жить ради Санечки. Спасибо, Сэнд, за подарочки. Спасибо. Так, ну, Брауст... А чего они все красные, мы синие какие-то? Потому что синие — это мы, а красные — это другие команды. Не иди туда, да пошли собирать банки чисто. Ну так я собираю банки. По мусоркам лазить. Вот. Вот, Лечка, хочешь из Мексику убежим в эту, в Америку и будем там бомжевать? Мне это проще сделать, ты о себе подумай. Бля, мне до Мексики сначала надо еще пару границ перебежать, да, есть такое. Вот-вот. Чтоб в Мексику попасть. Еще океан переплыть. Вот-вот. Бля, что все банки покрали, уроды, блин, две банки осталось. Потому что их не так много. Блин. Аккуратно. Смотри, смотри, я подошел. Подошел, смотри. Оба. Никого нет. Смотри, никого нет. Смотри. Оба. Оба. На, сюда, папа. Оба. На, лупану в голову. А, не подтянул меня, чмо, блядь. Косой. Косой путь у них, короче. Это не путь. Врываюсь! А, блядь. На, соси. Соси. Давай, давай, крюшимся. Это уже не актуально. С тобою в белом конце кружимся. Наверное, мы... Ну, чуть кружиться не хочет, задолбало. Я тебе вон сердечко отправил. То же самое почти. Не то же самое, мы должны были танцевать. Прыгай! Прыгай, блядь! О, боже мой. Ой, не выживет. Ой, шансов мало, конечно, да. Потому что не надо прыгать туда, куда не надо. Так ты должна была за мной влететь туда. Я ты за Румыния, Мексика за мной влететь. Натуре. Я не должна была с тобой влетать туда. Так за что? Я не говорил даже. В смысле не говорил? Я говорил. Не говорил. Понятно. Как? Ладно, как создать вот эту парашу? Попробовать. Бе, со школьниками играть. Так мы тоже будем. О! Что, блин? Я не хочу. Не хочешь? Не. Ну разок давай попробуем, потом опять пойдем, да. Я просто не помню, как делать. Ща. Я тебе это ща. Объясняй. Давай. О, да, ты создай, просто мне кинешь чисто. Саня, возьми Эдгара. Да он лошарик. Парные. Какой-то. Парные делаем. Давай парные. Привет, пишет. Я могу как-то. Выйди! Выйди из этого, из парного. У тебя это просто вышел, в этой команде. Вышел. А, давай, где? Давай. Не вышел. Ну, вот давай. И вышел. Так, принять. Так, а как по коду? Код? Код справа сверху. А, код справа Вводите. Сверху. Заходите. Пустить. Я хочу вступить в вашу команду. Это впускать его, типа? Это ж, ну, тебя не школьник всего. Ну, ты их впускай, короче. Это ж твое лобби, да? Или я пускать? Я не могу всех пускать, это сейчас твои друзья к тебе присоединяются. Не мои. Вот это. Бля, я кикну чего? Ладно, окей, тебя возьму тоже. Ну пускай заходит. Это тоже какой-то Magic Poker. Ладно, брат, пускаю. Вот. Присоединяйтесь справа сверху. Справа сверху. Запомните! Если вы убьете меня, я вас блокирую на Твиче пермачом. Вот, запомните, вот. Убиваешь меня. Сперматч нахер. Тупо перматч. Сперматч. Получаете сперматч. Сразу же. Он. Это официальное мое обращение ко всем. Тупо сперматч. Сразу сперматч.
тут. Ну все, залетаем. Залетаем. Залетаю да. На бит. Летел кое за колом, а ты такой неудачный, что даже не понял, как помер. О, ты взяла эту пухляшку. Да. Тупо я. Magic Poco, это я. Я тебя запомнил, только убей меня, пермач. Ну, модерация, запомните вот этого Нукса с Бэбрик какой-то. Вот это пермача ему дадите. Я не модер сегодня, ребят, сорян. Так, вот этот дурачок, он нажмет или нет? Ретрай. Блин, он будет... После карки всех выгоняй, окей. Я просто тебе буду пересоздавать лобби. Хорошо. Погнали! Сейчас буду насиловать. Блин. Оба. О, снизу идем? Не идем. Пошли наверх. Пошли. Фига себе тут лабиринты, паскуда. Я помню. О, передо мной Нефертити. А... Айнц вайн, 50-50, я песок, ты не фиг. Уходим вниз, быстро убегай! Убегай! Подолечка, убегай! Ты что, на них нассала или что? Что это было? Бля, это обоссалось или что? Это мед! Какой мед? Бля, я что, мед не видел? У меня нет пасечник, это не мед, это моча. Господи, с кем я играю? Вы запомнили, кто меня убил? Пермач ему дайте. Боже мой, с кем я играю? Ну, а что о чем думать? Ну, так реально похоже. Мед бы так не разлился. Мед густой. Мед густой. Че ты ноешь? Мед густой. Это моча была. Чисто. Ульта — это обсыкать штаны. Ну, ёба. Так мы, ты пересоздавать будешь, типа? Да подожди, я не могу завершить, пока бой не закончен. Понятно. Ну я бы мог понаблюдать, но пошли они в жопу. Ну ладно, давайте, кто победит, пермач даю. Вот смотрим, кто побежит. Я играю. Да за шо? Шо, нормально? Так, Леон какой-то. Смотрим за Леоном. С кем я играю, ребят? Скажите, пожалуйста. С Ванго! Твои мечты осуществились. Еще и недовольна, да? Все в чате хотят поиграть, а ты играешь и недовольна. Охренеть, блин. Да она не плачет, это Рофус. Наверное. Вот, импер матч давайте. Так, я выхожу из лобби, да? Все, пересоздавай и меня зови. Водолейка сидит на небо. Тана... Водолейка, все хорошо? Пойдет. Видите, пойдет. Но это пока пойдет. В смысле, а че я не могу в Full HD выбрать? Ты что, охерел, блин, быдло? Или я выбрал, я не понимаю. Все, запускаем. Залетайте. Так, я тогда поменяю Эльприма на... О, я буду это, бутылки разбрасывать чисто. Нормальный персонаж? Как тебе идея, бутылками чисто? Как на Майдане, а? Ну, вот хидай мне-то чё. Понятненько. Нормально. Вот, ну заходите, подписчики, заходите, кто успеет. Зашли уже все, принимайте. Ну, запускаем. Жма готова. Давай. Боже мой, с кем я играю? Да что тебе не нравится? Вот скажи, разве это не та жизнь, о которой ты мечтала? Сидеть и играть со мной на стриме в Brawl Stars. Давай следующую эту... Дружеский бой, не принимай никого из своих, и чисто, чтобы по коду входили. Так я и никого не принимал из своих в этот бой. Я тоже не принимала. Ну все, идут нафиг. Пускай по коду заходят. Фига себе, у них тут скиллы какие-то, бля. Смотри, я мочой раскидываюсь. А, нет, это, как это? Как это синяя дресня из Браус, Фортнайта называется? Слёрп? Я грибу. Я не знаю вообще.
О, я ухожу. Да, не подходите ко мне. Не подходите, я стример. Я... Нельзя, ко мне нельзя подходить. Водолеки тоже, я запрещаю. Не подходи. Не подходи, быдло. Не подходи ко мне, быдло. Бля! Меня изнасиловали просто. Ты жива? Да, я жива. Они на стрим снайпят, я уверен. Убегай, это стрим снайперы. Тут стрим снайпить, мне интересно, аж как надо. Объясни мне, пожалуйста. Ну они стрим снайпят. Спасаю! Ульта! Спасаю тебя, дай! Я сделаю все, что мог. Я не буду с тобой больше играть. Почему? Да просто. Да в смысле? А что я сделал? Не знаю. Я дебил. Можешь со мной не играть. Почему дебил? Нормально сидим, кайфуем. Я не кайфую. Сидим, кайфуем чисто. Стрим. Это ты кайфуешь, а мне стрим-чат. Почему? Не знаю. Хорошо, давай на серьезных сейчас. Давай нормального персонажа. Посоветуй, кого взять. Давай, скажи, возьму. Я не советчик в этом плане. Так ты же просто... играешь в эту дресню. Я играю просто так. Я Динамайка взял. Как ты купил скин на белку в доте? Скажи, плиз. А, этот, что ли? Он мне выпал из кейса. Этот скин на белку. У меня их два раньше было, я один в водолейке подарил. Выйди из этого. Из лобби, все, выхожу. Саня, привет, здорово. Динамайн, трипл килл, ха, первый на пределе. В моих ушах я позабыл все дни недели. Понедельник. Может, я не умею играть, вероятнее всего. Да, это. Мы на стрим снайпят просто, не расстраивайся. Сам... В этой игре невозможно стрим снайпить. Вот объясни возможно. Мне, как это делать. Ну, они видят, в какой части карты мы все сюда слазятся. Вот и все. Стрим снайпер, бан. Так, я тут уже вижу людей, которые повторяются. Ну, кикай их нахер. Если тебе не лень. Саня, водолейка лучше тебя играет, ну ты лох. Водолейка и тебя лучше играет, ты тоже лох. Правильно? Угу. Туда этих быдланов, да? А чё быдланов-то? Ну а чё они офигели? Быкуют на меня. Только быдло может на меня быковать, по факту. Запускаем, всё, погнали. Просто понимаете, я не профессиональный боец. Какая разница? Прикол не в этом. При том, что мы сидим на стриме, я какую-то херню несу. Я хренжу с тебя. Ты знала, на что ты подписалась? Знала. Бля, у него аниме девочка скин, охереть, бан ему. Пермач этому психу. А чё психу-то? Аниме девочек любит, капец. Да, я себя откину, нормально, две банки. Да, не подходите. Я френдли. Не подходите. Не так крутится, вот так крутится. Ну, вот так крутится. Чё, я уже крутиться неправильно умею ещё? Чё, рёхлюсь? Да, они нас окружают, они идут за нами. Вот паскуда, твари. О, пошли заберем баночку, чисто. Забирай баночку. Блин, сын шлю... Блин, это Рофус. Это просто сын шлюх. Отходи. Отходи! Блин. Но я не умею играть, вот и все, ребят. Так, тут... Какая нахрен разница? Мы на стриме просто фигней занимаемся. Да, это скучно. Мне просто скучно проигрывать постоянно. Тогда какой смысл мне играть? У нее есть Рофус и в доте. Если у нее не больше всех килов, то это все. Это да. Это да. А вы, кто бы... Саша, кто бы говорил? Мне, я так вообще так на это хер уже забил. Я отучился от этого. Я отучился. Отучился. Можете, Ванюша 12, можете сразу выходить. Понятно. Вон магию и мускулы уже. Блин, а я просто не знаю, а сколько надо... Вы хотите вообще аниме смотреть? Напишите в чате, если хотите. Что? Ну, я тебя не заставляю, если что. Я ничего не говорю. А что такое? Ничего.
Нет, никто не хочет аниме. Ну понятно. Что за TikTok хаус? Иди нахрен. Мне дали еще что-то бесплатное, каких-то скинул там. Ничего не дают, блин, уроды. Вот уроды. Блин, я не знаю, ты иди нафиг, TikTok хаус. Кого бы взять? Я видел вот этот гром какой-то хайповый, да? Блин, но его улучшать надо, у меня денег нет. Я бедный без халу. Ну я возьму попробовать все равно, ладно. Ну хорошо, заходи, разрешаю. TikTok хаус обсудим. Хотим, нет, пишут обиженки, которые хотят поиграть. А, я понял вас. Все, погнали. Ауч, голова болит. Почему против ботов? Это не боты, это мои подписчики просто, а не боты. Ну хочешь, пойдем без дружеского лобби, чтобы мы победили всех и были самыми лучшими? Хочешь? Да пофиг уже, да пофиг уже. Так, а как он стреляет? А ну. Угу. Бам. Бам. Нормально, нормально, нормально. Смотри. Бам. 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 Еще кидаю. Ай, на меня прыгнул. Ай, блин, на меня прыгнул Эдгар. Блин, на меня Эдгар прыгнул. Сын шлюхи. Вот Лейка на тебя обиделась, она не обиделась, просто в депрессии упала. И все. Игрок сейчас не... Игрок не сражается, что, блин? Ладно, посижу, как они там сражаются. Ладно, кто победит, табу в первый матч дайте. Мне если TikTok хаус, из друзей удаляю. Ну, нормальная идея. Дэн какой-то странный. Ладно, Дэн интересный. Давайте следить. Это что, умер? А, вот за TikTok хаусом следит. Это Монки, Монки. Какой-то обезьяна играет. Офигеть. Это типа Эдгар. Эдгар и обезьяна у них команда. Я понял вас. Я так вижу, Эдгар, он типа крутой, да? Тот, который лопату крутит. Нормально. Какое название Сани, клана Сани? А меня с него кикнули. Блин, я создал клан, я не был активный, меня кикнули нахер с него. Это вообще адекватно или как? Фига себе, что за трясня? Он на него напрыгнул и сожрал? Бля, он победил, все, TikTok хаус киками с друзей. Охерел, он слишком крутой. Слишком крутой. Это да. Саня, скажи название кейса в доте, где белка. Блин, я шо помню, я не читал, как он называется. Без понятия, как называется он. Не, я хз, хз. Там что? Алло, Водолейка, вы еще здесь? Да тут я. Я так понимаю, вы больше не хотите играть? Да не, можно. Конти хотя бы радуется. Вот именно! Вот и правильно, школьники радуются. Это каждый сам за себя. Да, я не то сделала. Да нормально, да. Давай каждый сам за себя, пофиг. Да не. Что, мне ливать с него? Да ливай. Ну, хорошо, ливай. Да. У нас еще главная задача развлекай подписчика. Ура. Ну еще ну, немного, да. Просто. А? Спасибо еще за алмазики в ТикТоке. Тапок и Данк что-то там. Благодарю. Ребят, те, кто были, я уже вас понимать не буду. Заходите вот, по ходу. Вот именно, вот именно. Так, короче, Эдгар, походу, самый сильный игрок в этой паряше. Я его это беру. Это Мортис, он не самый сильный. А, блин. Мортис, походу, самый сильный. Я TikTok хаус. Легчайшая, величайшая. Баньте какашку Наруто. Нет, так же. Хакера Кика, он был уже. На, туда, хакер. Туда. Терпит тебя она.
скорее он меня терпит. Там, где золотая свинья, это твой клан. Где свинья золотая? Вот это что ли? А, вот, Геймер. А, вам не видно название, да? Короче, вот мой клан называется Геймер. А, Геймер. Геймер. Вот, это мой клан. Так что вступайте, все дела. Та-дам! Так, буду пытаться побеждать. Ага, я понял, я еще и подпрыгиваю. Ага, неплохо. Оба. Не, что-то урона мало, но хп у меня дохерает. Мне нравится, почти как у Эль Прима. Ладно, пока уходим отсюда, за мной школьники, блин, бегают. Ой, блин. Ой, нахер. Соси, блин, там... Не, это реально не рофлс, они просто на... Не, я не буду больше с подписчиками играть, они мне стрим-снайпят все. Вы стрим-снайпите? Нет, это мы просто играть не умеем. Стрим-снайпят! У меня не вкачанные левелы, а у них вкачанные, вот и все. У всех тут одинаковый левел, Саш. Неправда. Чё ты встал? Боже мой, с кем я играю? А, я заспавнился уже. Да, и ты умер, просто тупо стоя. А, я на экран компьютера я просто смотрел, я думал, что все, хе-хе. Боже мой, с кем я играю? Так понятно все, никакого Brawl Stars'а. Не с ним. В команде. Нет. Это точно. Это я не буду в своей команде, все. Я пошел играть в соло, бля. В соляху пошел играть. Вот крутить крестики. Иди в соло. Вот, Brawl Stars, блин, 3 на 3, паскуда. Вот за Эдгара сейчас поиграем, кайфанем реально. Это не Эдгар, дурик. Да, боже мой, с кем... Неважно, блин. Боже мой. Вот за Эдгара сейчас кайфану, сейчас я убью этого. Это... Тебя простите его, но он просто это... Что я тебя простить? Нормально, Эдгар сейчас. Смотри, видишь, как за... Нет! Бля, футбол! Блин, давайте я кикнусь отсюда, мне просто уже это кринжово. Где-нибудь, чтобы меня не слушают. Я слушаю, просто ты, ну, типа, на... А, у меня мяч! Не слушаешь. Я футбол играю? Это обидно. Я слушаю. А, не учу. Слушаешь. Я слушаю. Не слушаешь. Бля, а что мне слушать? Что мне слушать? Не понял. Да уже поздно. А что я не так сделал? Не понял. Потому что когда ты воскрес, ты даже не послушал меня, чтобы идти. Ты просто стоял. Так я, блин, не видел, что я вообще умер. Вот я же тебе говорю. Ну, бывает такое. В чем проблема? Вот, и такое в жизни бывает. Слишком часто это у тебя в жизни бывает. Ясно, понятно. Все, никакого Brawl Stars на сегодня хватит.